Et il y a toi deux chuchotales. Так, продолжим, чё ж. Вспоминай, тыква дрявая. Я да, точно так ничего и не понял, что там было. 23 тысячи, ну-ка, ну-ка, ну-ка. Ну, может жизни добавить-то хотя бы. Или жизни и нагрузку. Не, давайте жизнь. Тут что-то вообще как-то на минималках. Да, я провалился, упал, побежал, пипец. Или попец. Ну, успокойся. Такс. А чё тихо так? Ага, точно. Я ж, блин, этих там покрошил NPC-шников. И у меня кольцо теперь, которое... Блин, там внизу что-то лежит все-таки. Ладно. Я надеюсь, тут нормально можно пройтись будет. Повсюду. Кольцо-то у меня звуки поглощает. Опа, что тут у нас? Красный щит. Красно-белый какой-то, что ли. Здорово. С кем он тут воюет? О-о-о. А нет, а я куда? Я сюда сиганул, да, сюда-то было нормально. Тут кто-то уже дождаться не может. Ты сзади, я думал, где-то тут. Господи. Такс. Здесь еще кто-то свечки зазог. Так, тут что-то промеж... Не понял, это ж стена. А почему, когда мы отходим, смотрите, хопа, как будто деревянные доски такие, сколоченные с сарайной двери, через нее что-то просвечивает белое. Интересно. А это, кажется, нормальный монолит. Ну, конечно. Люцернхаммер. Сколько у вас тут будет? Ну, хотя, если ты такие котокомбы захоронилища, то у вас тут будет много. У тебя все нормально? Или психанул на что-то. Кувырок с подвыверта там. Да у меня этих щитов уже. Не понял.
Что-то странно, так комнатушка сделана. Моменту море. Так, а так, а так. Мы откуда мы сюда теперь? Там кто? Там, по-моему, тот стрелок ворошиловский. Ну да. Да хоть по кому-нибудь попади. Большая душа. Эти летающие чукчи. И там одна еще. Я-то по какой стороне пришел? Откуда что происходит? Способный какой пиромант. Так, отсюда мы... Да, отсюда мы приходили. Это все лажа. Но осталось только... Подожди, если можешь сюда, тут тогда что? Вот это вот. А, я сюда не могу. Если лесенки нет. Да, вот сюда еще. Что-то опять джойстик глюканул. А у меня сейчас провода нет для него. Водопад шумит, конечно, сильно, но... Вы откуда все беретесь-то, а? Это что такое? Костер? А, вон мост перевернулся, понятно. Так, то есть того пироманта надо удушить. До свидания. Ой-ой-ой. Здоров. Да что с камерой-то? Да. Так, там еще мост. А внизу что? А внизу что-то... О, мы можем сюда еще опять и спрыгнуть. Ладно, пойдем. Опять ничего. Так, за него ничего не дали. Да ё-моё.
Так, меня зажали. Что это такое? Убили. Но это следовало ожидать. Это нормально. Потому что я тут что-то вообще заблудился. Ах, да, я ж теперь опять этот. Девять штук, да, ну... Че-че-че, там 12 было, их надо подбирать. Мост, надеюсь, остался развернутым или нет. Он что, ушатал сам себя опять? Молодец, че. Так это был не нижний мост, который развернулся-то. Что за странные полеты? Так, это вот, вот этот прямой был, получается, мостик. Да, я-то думал почему-то, что нижний, это был не нижний. Тут можно вниз. Да, вон эти ступеньки, куда я смотрел. Это опять через всю эту мутанину бежать надо. Там что-то сверху светится таким беленьким. Ну хорошо, там этих я, допустим, не мог пробить. Потому что где-то, получается, еще один должен быть этот пироманту, некроманту. Только где он? Я его не видел. Фальсион. Фальсивион. Чё опять сюда-то побежал? Там нам ничего не надо. Нам надо сюда. А вам плевать, да? Может, а нет, не плевать, рассыпались. Может, мне сюда сягануть? Что у нас тут будет? Я без понятия. Там колючки вообще. То есть, если даже сюда попаду, там вообще тупик. Тупик. Я тупик. Зачем пустые комнаты такие делать? Это ж вообще не эстетично. Так, сюда можно упасть. Вот моя душа моя.
10 000 все-таки. 12 человечности. И будь я на нем от 100. Это, скорее всего, это... полилование. Понятно. Здесь надо что-то с этим местом делать. Но так неинтересно будет записывать сейчас, если как бы... Для тебя, мой дорогой зритель, это будет, скорее всего... идиотско. Но ничего не поделаешь. Тогда не знаю, сейчас возьмем души и сиканем оттуда. Айо! Может, мне убрать надо кольцо с этим бесшумным хождением? То я с ним, получается, себя как-то... Половина скелетов стоят, я к ним подхожу. Там вообще дверь туманная, как так-то? Если мы сделаем все вот так. Скажем дружно, нафиг нужно. Ой, этот меня уже встретил, молодец. Клево я пробежал. Сам согрелся на того угловну приятеля. Да что вы тут все? Да конечно. Вот вроде никчемные противники, но такие. Гадкие, липкие и болючие из-за кровавого этого, получается, течения. Ну, начинается. Кролик Роджер заблудился в своей морковке. Выходи, выходи. Кто-то тут еще что ли? Ну да. Так, ты мне надоел. Отдохни. Вот мы тут опять. Да что-то ты быстро собрался. Так, там ничего нет. Душ уже практически рядом. Мы их берем. И этих рассыпем. Ну и вниз тогда что? Чего тянуть? Так, один отправился. Ты иди туда же. А вот ты где, паскудник ты, а? Ну теперь-то уже, наверное, вы рассыпетесь все. Там что-то наверху. Подождите, подождите. Там что-то еще лежит. Что здесь, я как понимаю, босса убил даже не своими лапами, что мне очень неприятно. Хотя там, наверное, босс-то был, я не знаю, раз он так быстро рассыпался. Или НПЦшник этот мощный был, которого я вызвал. Подожди, а как попасть-то?
И где я опять? Фига себе тут туннели. Так. Лестница здесь, конечно, сделана по-божественному. Ну вот еще одна ха. А, ну вот, нижняя разворачивается, окей. Блин, реально, надо от интернета, что ли, отключаться, потому что это... Ну, по-любому, да? Естественно. Так неинтересно. А, костер. Так, так, так. У нас здесь что еще есть? То есть я могу с этой лестницы упасть еще вот сюда, получается, или как и туда потом? А там что? Босс настоящий. Начинается. Вы тоже сейчас кем-то будете оживляться или как? Бежить, бежить. Да, он тоже неубиваемый, надо опять искать там кого-то. Окей. Мы тогда сделаем что-нибудь такое. А, вот, то, что я искал. Большая коса. Это что? Бей, атака. Ударил, атака, но ничего не произошло. Так. Не путайте меня еще больше, чем это. Блин, туда теперь не попасть. А нет, поверху туда попасть. Обойти все сбоку надо. Ну, полюбасу где-то некромонтор. Эх. Так. Окей, это значит было сюда. А вот сюда. И не туда. Вот здесь, вот что здесь? Еще же вниз было. Так, тут я это нажимал. Ой. Слушай, а ведь что-то есть. Осколок зеленого титанита выглядит как экскремент какой-то. Блин, ниже получается тоже только падать, что? Летальный раз и жив остался.
Вот. Там невысоко. Босс, что ли, вы серьезно? В таком месте? Так, у меня оживших мамонтов тут не-не-не-не. Блин, дядька злой, наверное. Begun with you. You spoil my focus. Понятно. Конституцию мы ему мешаем. И говорит, свалить. Кто-то упал. А, вот. Костер даже есть. Два костра уже за такое короткое время. Да хватит мычать. Нельзя это. Чтоб было. Я вспомнил, что был какой-то значок непонятный, когда мы этого самого... Вот он, обряд возжигания, ритуал, разжигающий костры еще сильнее. Чего? Это с того босса получается, который даже и не босс. Так ты кузнец? Что тебе нужно? Тебе нужен кузнец? Нужен, нужен. Усиленная дубина огня. Осколок зеленого титанита как раз. Так. Можно как-нибудь вот так посмотреть. Остается кровотечение, убирается прирост силы. 126, 126. Слушай-ка. Это тогда... Ну так у меня 145 физический урон, но... Считаешься без причины. Где оно? Вот. Правое оружие 1, 219. Ну как бы там поболее будет. Ты не пиликай, давай этот. Усилить оружие. А почему я не могу усилить свою вот эту палку, дубинку дальше? Вопрос. Что-то не нашел, походу, да? О, купить предмет. Есть косточка возвращения. Осколок титанита. Остальное усиление на костра. Это не так надо. Мне сильнее чинить-то не надо ничего. Кстати, усилить броню, что это у нас будет? Осколок титанита. Кабаний шлем, мерцающий титанит. Мерцающим титанитом, по-моему, можно было большие мечи усилить, которые хочу в будущем одеть. Блин, может усилить все-таки, сделать палку огня с кровотоком? Да не. Да. Угу. А что тут? Сюда он мне стену продолбил, значит, на выход. Я ч... А я думаю, кого тут... Да ударь ты его. Звездец они веселые парни. Костяной! Что? А это что стоит все? Кто-то типа где-то ходит и машет. В текстурах, что ли, кто застрял? О, привет.
Кто это невидимый? Что происходит? Смотрите, глаза бегают по воздуху. Это что? И машет, главное. Что происходит? Реально в воздухе глаза, и он со мной дерется. Невидимый скелет, офигеть. Ты еще и так махаться умеешь. Но у меня сейчас единственный выход — использовать кость, получается, возвращение. Да где ты опять? Вот он. Что за фигня-то? Что за невидимки? Тут что-то лежит, а как сюда попасть? Обалдеть. Там кто-то стоит, что ли, еще? О! Я черт его знает, что здесь происходит. Опять невидимка. А чё мне... Чё у меня скелеты невидимые? Чё происходит? Два глаза светятся. Да хватит уже. Не беси меня, Сима. Смотри, опять. Ты чьих будешь, эй? Пьес. Сейчас опять, наверное, соберется. Будет гонять меня здесь, везде кошмарить. Ну да, он бежит уже. Скотобаза такая. Так, где я вообще? Черт поймешь. Да это ты опять здесь. Где лестница? Вон лестница. Подожди, почему те кубики отличаются? Ладно. По-любому тоже можно провалиться. Здесь мы тоже не побрезгуем, пройдемся. Так, куда мы выперли? Что-то я уже окончательно потерялся во всем. Тогда хватит за мной ходить-то повсюду. Это что вообще? А! Окей. Зачем сюда прятаться? Типа не тебя здесь не трогают, да? Это все, конечно, весело. Это как с яйцом в гнезде, надо подождать, что ли? Можно в меню зайти хотя бы? Нет, нельзя. Удобно? Хорошо?
тепло, уютно. Ну давай, давай, время тикает. Произойдет что-нибудь, не произойдет, или я сейчас вылезаю отсюда. Демон этот вообще застывший. Тот же вроде шевелился, который под Андрюхой лазил. Ну ладно, чё, полежим. Не я один сюда подхожу, получается. Так, ладно. Не обижайтесь, я пойду, короче, себе этот чайков. Раз. Два, три. Так, ладно. Чайковский поставил завариваться. Лежать бесполезно нам, наверное, здесь. Покинуть гроб. Невидимка тот ушел хотя бы. Там куда-то этот. Ну, здесь есть вот этот демон. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой. Что-то я как-то тупанул немножко. Ладно. Объясните мне одно, как, что и почему там, зачем прятаться-то в гробу-то в этом. Так, мы упали к кузнецу, мы попали туды. Да, молодец. Так, держать. Сабля. С них выпали шиток, фальшион, теперь еще сабль. Сабель. Так прыгайте, что вы смотрите? Сюда это значит туды, а туды потом вот это... Сюда я побежал. Наверное, надо сюда сходить. Там... Неизвестно, здесь я уже вообще забыл. Так, это неубиваемый опять. Почему? Где прикол? Где их матка?
Прикольно. Очень прикольно. Ёпама. Кольцо чего-то там. Ноги. Что ноги? Делать ноги надо отсюда, это-то я понимаю. Ой-ой-ой. Так, ладно. Там 17 тысяч профукали. Не страшно, но человечность, конечно, обидна. Она увеличивает этот. Я взял какое-то кольцо, зачем? Что? Колечку вот темной луны добавляет ячейки мы. Тьфу ты, блин. Мне ваши эти ячейки до одного ячейка. Так. Короче, ладно, здесь получается еще. Не судьба, не суть. Не повезло, не фартануло. Пойдем дальше. Сейчас мы пойдем тады гулять в этот, как в начало самое. Привет, здрасте. Тут мы удачу попытали. Пытать здесь больше некого и нечего. Ну, здрасте. Приехали. Я вообще там искал вроде некроманта, но так и не нашел, ну да ладно. Вот он и выход. Катакомбы, как я понимаю, дело тонкое. Надо быть чуть-чуть жирнее ввиду количества этих иностранцев, блин. Вымерших. Карр. Ёпа, блядь, какой-то храп этот. Уже всё бы. Тише, тише, тише. Пошло на всё лесом. Так, куда нам ещё надо податься? Подожди, а эти, как он, жирный этот, Педро. Педро. Может, ему еще навалять. Oh, miracles, I presume. Выучить жест? Не знаю. Купить предмет? Но у него только чудеса, получается, это талисманы. А, талисманы, чтобы делать чудеса эти. Силя. Обычно чудили крылья создают ударную волну, понятно. Come again, if... Come again. I will come, but not on your face. Так. Чё я там лупанул-то? Что это за 18? Да ёкарный ты! Свистулька, блин, загнутая. Хорошо, следующим рейсом. Фига себе. Ебанитовая цепь или как-то с фиолетовым таким оттенком. Или как в готике было, это руда. Собственно говоря, зачем я сюда-то пошел? Уезд нежити, да. Андрюха там сидит. Там лес. А нам надо...
Да ты чё? Блин, нам нужно. Нам надо куда-то попасть. Пидьмост. Попасть в Пидьмост можно по мосту. Вот в чем прикол, меня даже вообще не слышно. То есть этот меня увидел, но не услышал. Это хорошо. Потому что, насколько я помню, получается, подожди, сюда. Пошел ты. С этим рыцарем мы вроде разобрались. Да, здесь наверху мы ему наваляли. Тут был тещин удел. Теща ушла. Клеймор. Клеймор? Двуручка, что ли, какая? И посмотрите, кто вернулся. Не прошло и полгода, блин. Так вот всегда. Думаешь, все, вроде все нормально, все, отвязался. Ага. Прилетело. Этот здесь стоит опять. А где ты был, парень? Я тебя ждал. А можно его завалить? Хотя он мне дал мелок какой-то там этот. Ладно. Это что-то тебе тот кольцо дал, тот кольцо дал. Интересно, что бы это дал, если его уничтожить? Правда, не за что. Те меня выбесили просто. Что ж, пойдем сюда сходим. Ну да, вот. Здесь, если это под мост, под хвост получается. Давайте все-таки, может, с кого что еще будет выпадать. Чуть-чуть возьмем. Заодно подлечимся. А, здесь же эти грызуны бродячие, собаки пархучие. Крысы голые. Там мы были. Там мы были, там кого-то освобождали. Ой, здесь же а двери-то открыты уже. Здорово.
Чего вы все вышли, главное? Кожаный доспех. Кожаный доспех у меня на моем коньке-горбунке одет. Так что не надо, спасибо. Выходи, говорю. Что-то открылся-то. О-о-о! Я нашел того, кто меня здесь может уработать, блин. Свинокрысопес. Здесь кто-то где-то заел. И постоянно в бегущей анимации типа находится. А, вон он. Да ёб твое! Выходи давай, тебя заждались уже. Вот и все. Здесь что валяется? Маска вора, черный кожаный доспех, черный кожаный перчатки, щит-мишень. Щит-мишень, я понимаю. Для парировальских, полиливальских утех. Но с меня полиливальсик такой, что... А, да, я вроде вниз даже чуть-чуть спускался, я вот сюда не зашел. Подожди, как я тебя пропустил, не понял? А, или... Ясно. Ты думал, оттуда пришел уже. Ой, так, 52. Ладно, здесь тогда остановимся. Всем еще приятного времени суток. Услышимся. Какой вообще 38 уровень? Блин, 9 пунктов еще до меча, ладно. Эх.